В этот момент истины. За 132 тысячи просмотров мне заплатили. В этом видео я расскажу, сколько же меня YouTube заплатил за 132 тысячи просмотров. Всем привет, дорогие друзья! Многие меня постоянно в комментариях спрашивают, сколько я зарабатываю с видео, сколько мне платят. И в этом видео я решил ответить вам на вопрос, сколько же я зарабатываю на своем канале. Что? Нефтяной завод? Да, я покупаю нефтяной завод, конечно, да. Все, и через полчаса буду. До свидания. Я покажу вам на примере одного видео, которое набрало 132 тысячи просмотров. В принципе, это и немало, и немного. У кого-то и столько нету, у кого-то это набирают самые непопулярные видео, поэтому решать каждому из вас, это много или мало, но факт остается фактом, что 132 тысячи просмотров видео набрало, и буквально вот уже через пару секунд вы узнаете, сколько же мне YouTube заплатил за 132 тысячи просмотров моего видео. Погнали! Кому-то просто интересно, сколько же мне платит YouTube, кто-то любит считать чужие деньги, а кто-то просто интересуется ради интереса. Давайте так, кто напишет сумму, которая будет ближе всего похожа на сумму, которую я заработал, тот получит нереально крутой подарок. Поэтому что вам нужно сделать? В комментарии прямо сейчас написать, сколько вы думаете я заработал за 100 тысяч просмотров. Это может быть 1 доллар, может быть 10, может быть 100, может быть 1000, а может быть вообще и миллион. Поэтому, ребята, пишите в комментариях, кто будет ближе всего, получит нереально крутой подарок, потому что я всегда раздаю нереально крутые подарки. Поэтому, ребята, пишите, кто будет ближе всего, или кто даже угадает, только по-честному. Ребят, все по-честному, получает нереально крутой подарок. Погнали! Ребята, если вам интересен данный формат о финансах, о деньгах, о ютубе, о продвижении, пишите об этом в комментарии, и будет их видео еще больше, у меня уже есть пару идей, поэтому пишите об этом в комментарии, если вам это понравилось, и ставьте обязательно лайки. Чем больше лайков, тем больше комментариев, тем больше качественного, крутого, интересного контента. Погнали! Вы узнаете, сколько заплатил мне YouTube за 132 тысячи просмотров через 3, 2, 1, уже! В этот момент истины. За 132 тысячи просмотров мне заплатили 16 долларов 68 центов. Это очень маленькая сумма. Вот это обычная статистика аналитики. То есть, как бы вы можете видеть, здесь все максимально честно. Я даже никак не смонтирую ничего, не делаю никакой код элемента. Обычная аналитика. И вы видите, 16 долларов 68 центов за все время. То есть, это очень... и очень мало, потому что был бы здесь, допустим, 1,5 миллиона просмотров, по деньгам это было бы плюс-минус, ну, около 200 долларов. Это очень мало, поэтому я надеюсь, все, кто хотели узнать, сколько же я зарабатываю за 132 тысячи просмотров, увидели, что это у нас 16 долларов 68 центов. С этого видео я получил 1000 подписчиков, но это уже другая тема. Если кому это интересно, пишите в комментариях, и я буду делать больше разборов по YouTube, по каналу, по вообще всякому такому вот интересному. Я надеюсь, вы уже поняли, что YouTube это не уж такой быстрый заработок. Как вы можете увидеть, была просадка, потом выстрел. Ну, короче, если вам это интересно, тема по YouTube, пишите в комментариях, и будет больше таких тем. Не знаю почему, но я прям уверен на 100%, что большинство из вас просто диссонанс, типа... Как так? За 100 тысяч просмотров ты получил всего лишь 16 долларов. Это же, типа, вообще очень мало. К сожалению, да, но такие реалии, так все и получается. Поэтому мне, в принципе, от вас нечего скрывать. Были бы там миллионы, допустим, да, а так что там 16 долларов, как бы вот я вам показал, и вы такие, Но не суть, ребята, вы знаете, сколько я заработал, поэтому, в принципе, теперь в теории вы можете понимать, кто сколько зарабатывает из ваших блогеров. Но скажу сразу то, что сумма всегда будет отличаться, потому что она всегда будет зависеть от CPM. Если человек снимает, например, что-то про какие-нибудь IT-технологии и что-то снимает про животных, к примеру, то CPM будет разный. CPM это, короче, сколько вам рекламодатель платит за, допустим, 1000 показов. То есть, как бы, снимая обучение, вы получаете очень маленький CPM. Снимая что-нибудь про IT-технологии, вы получаете огромный CPM. У вас, допустим, на видео, где вы рассказываете что-то про IT-технологии, допустим, 10 тысяч просмотров,
вы заработали, допустим, $200, а на видео там, где у вас что-нибудь про животных, либо видео, либо какой-то видеоблог, допустим, 100 тысяч просмотров, либо 200 тысяч просмотров, то там вы даже можете и не заработать $100. Поэтому всегда все зависит от CPM, от тематики, от того, кто это смотрит, когда это смотрит и где это смотрит. Поэтому, ребята, вы все знаете, теперь вы все... Ребята, теперь вы знаете всю правду, что, где, почем, делайте выводы сами, всем спасибо. Обязательно ставьте лайки, пишите комментарии, всем спасибо и пока.